Президент Украины Виктор Янукович дал первое интервью зарубежным СМИ после свержения с поста главы государства. В эфире BBC он говорил о нынешней ситуации на Украине, событиях на Майдане, вспомнил, как покидал страну и получил убежище в России. По словам Януковича, в те дни Владимир Путин фактически спас ему жизнь. То, что Владимир Путин принял решение по докладу своих спецслужб, это было его право и его дело. Он со мной не советовался. Я ему, конечно, благодарен за то, что он дал такую команду и нам, моей охране, способствовали выполнить эту задачу, вывести меня и спасти мне жизнь. Происходящее сейчас в Донбассе Янукович называет геноцидом. Ситуация гуманитарной катастрофы, по его мнению, создается намеренно. И если бы не помощь России, люди погибали бы от голода и холода. Киев не хочет садиться за стол переговоров, и Москва, говорит Янукович, просто не может оставаться в стороне. Моя точка зрения. Конструктивная роль России, она заключается в подготовке Минских соглашений. Почему не выполняются Минские соглашения сейчас? Это вопрос, на который должны ответить две стороны. Это Донбасс и Киев. Но сегодня...